Прапапа наш Адам, прамама наша Ева, вот выпала и нам плодами древнего быть древа. Нас человеков семь в семействе, живем мы все в одном поместье. Между собою дружим крепко, и ссоримся мы крайне редко. Живется нам легко и просто, мы типа клана Коза Ностра. Владимир наш папаша, а мамочка Наташа, Сережа, Аня, Коля, Саша и Симочка седьмая наша. Друзья, дядя Рачик, здравствуй, как давно мы тебя не видели. Смотри, какой девушка у меня теперь есть. Женюсь, точно женюсь на ней. Какой красивый, какой улыбка у нее. Глаза, видишь, какие глаза? Зеленый, красивый. Я ее обожаю просто. У нее глаза как колготки, понимаешь? А готовит она, вот помнишь, что это Софико нам готовила? Вот она не умеет готовить, а она так готовит вкусно. Шаурму так заворачивает сексуально. Не могу просто, слушай. Слушай, а еще, когда шашлык я готовлю, она постоянно приходит, мне вино приносит. Ну как эта женщина можно не любить? И еще, когда я барашка выгуливал, пастбище вот там, вот помнишь наш старый вот этот пастбище, где мы били с тобой? Она, знаешь, что делает? Она барашек вот так вот зовет так, что барашка сам прибегает. Да, я сам к ней прибежал, это не то, что помнишь там, это точно любовь. Женюсь однозначно. Вот Наташа была, она, ну помнишь, у нее зуб выпал. Мне она сразу перестала нравиться. Света был, помнишь, Света был? Мне имя ее перестало нравиться. Почему? Потому что, ну, Света, что за имя? Не армянский совсем. А это знаешь, как ее зовут? Ее зовут... А знаешь что? Я вас на свадьбу всех приглашу. Ты дядя Василя помнишь, дядя Василя? Він троюрідний дядько для тебе. Так в нього же є нова лада, він тебе зустріне, позадухати. Да, у мене нова ще від Імпала. Ой, вона ще йде там від Імпала. Там лада, вона гарненько їде по нашим далекам. А ти побачиш. Ми тепер живемо, на цій кутку всі разом живемо. Оце ти, твоя бабуся там, де нам жила, пам'ятаєш бабусю свою? Да, у меня пейнтхаус на берегу океана. Что ты рассказываешь? У меня там вечеринки, тусовки, бухачки, топ-модели. Ты приедешь, наші вулиці всі живемо разом. Ми сядемо, поїмо, гарненько. Розкажи про дівчат, які у нас дівчат? А взагалі, в мене є сусідська дівчата, наші вулиці дуже гарні дівчата. Вони там дуже пасово. Да что мне, девчата, я тебе расскажу, я зажигаю целую ночь. Сереженька, вони не спорчені, що там твої дівки, гори такі ходять, не гарні. А наші дівки гарні, веселі, рум'яні, вони для тебе, для життя, ти побачиш. І вміють гарно готувати. От Маруська з третьої хати, що біля мене з правої сторони, вона дуже гарно готує. А які прої вона пече, о, тебе справді, які прої вона пече, от побачиш, які вона пече прої. Що моя консервація протягнує? Неї льок весь забитий. І варення, і кабачки. Коли ти приїдеш? От коли? Да, може бути, в следующем году. Дядя Василь тебе зустріне. У тебя есть жена? Еще не жена пока, невеста. Есть невеста, у тебя? Нету жены, нету невесты. Шикарно! Денег, денег тоже нет. За это и выпьем, а у меня тоже вот нет так денег. Ты самый свободный из нас. В плане жены и у меня есть да, девушка. В плане денег как бы как раз... Деньги, так, такая же обуза, как и жена. Как я теперь тебя... знаешь, где работаю? В банке работаю. Ты в банке? Ага, да. Ты кому-то рассказываешь, ты побрейся. Какой банк? Хочешь на качельке покататься? Не хочешь? Потому что ты мужик, а я хочу. Не, сейчас еще выпьем и поедем кататься. Поедем. Давай. Давайте. Все, я так рад вас видеть. Так рад вас видеть. Ну честно, блин. Блин, братья. Родственники – это группа ничем не связанных между собой лиц, собирающихся периодически пересчитываться и вкусно покушать по случаю изменения их количества.